Sure way to rectify a grievance. You see, a battle doesn't care who's battling. Who's right is who wins. The duel has its rules and decides a winner and a loser. Hooplehead owes you 50 cents, you draw iron. Some big mean mother hubbard keeps spitting on your boot, you draw iron. Town priest steals your horse parking space, you... Hell, you get the idea. See, the difference doesn't matter anymore once it's settled. As the smoke fades into dawn's light, history forgets the loser. And the duel? Well, the duel abides. I don't know about you, but I take comfort in that. Всем привет, с вами Макс Гюнтер и Арина, хитрый хорек, и сегодня мы посмотрим замечательную игру, которая называется Western Press, что это люди означает западное нажатие на клавиши, или в общем долбежка по клавишам по в стиле вестерна, что-то типа того, но это никак не почта, вот, поэтому не думайте. Right. Игра вышла сегодня, стоимость игры около 117 рублей, где-то со скидкой, порядка 130 без скидки. Вот, игра представляет из себя симулятор дуэлей, как всяких показывают в вестернах, то есть один на один, вот. Но она сделана так достаточно необычно, то есть это не совсем экшон. Нужно... мы сейчас, собственно, все покажем, что нам нужно делать. Так, скилл... Вот это вот скилл-тестер, это нужно, чтобы открывать новых персонажей. Плюс это как-то своего рода такая небольшая сюжетка. Не совсем сюжетка, то есть мы там по очереди убиваем всех героев, которые есть в игре. И, естественно, они потом становятся достаточно сложными противниками. Вот я еще не всех убил. Так, есть типа турнир. Есть онлайновые, можно по онлайну поиграть. Вот, давайте сначала мы вам покажем, какие вообще есть режимы. Так, игроков двое, ботов ноль. Ага, комбо стайл. Вот, и тут, в общем, два режима. Faster time, то есть мы должны быстрее оппонента нажать клавиши. Либо memory, мы должны по памяти, собственно, вот нам сначала задают определенную комбинацию. Мы ее видим там буквально несколько секунд, а должны потом ее... восстановить, да, воспроизвести. Давайте, наверное, начнем по порядку. Первый идет Faster Time. Who's up? Так, это я выбираю себя. Есть бомж какой-то. Нет, это я пока себя выбираю. Ты потом будешь сама выбирать, да. Вот этих персонажей я уже пооткрывал. Даже есть какой-нибудь священник, есть какой-то военный. Есть даже банки. What the fuck, извините. Как они будут стрелять? Есть индейец, есть какой-то коротышка, коротышка повыше, есть какой-то скелетик, вот этот вот хрен, я не могу его пропройти, есть еще один хрен, и еще какая-то, я не знаю, это знаете, что такое? Это банка для сплевывания. Раньше, вплоть до где-то 30-40-х годах, в барах американских и салунах и так далее, были специальные такие... банки, вазы, куда можно было сплевывать, собственно, свои слюни. Давайте я поиграю за детка. Nice one. Так, а это ты себе. Ну, мне только есть. И давай тука. Будешь тука? Да, а ты можешь нажимать? А, нажми право. Все, теперь ты убираешь. Играем мы на геймпадах от Xbox 360-го. Игра неплохо так под них заточена. Там еще одна есть, типа охотница, да. Есть жирный хрен. Есть какая-то, как это, смотри, с кальяном. Японка или китаянка. Есть индианка с копьем. Ну, томагавк, что ли, я помню. Томагавк. Nice one. Гель. Гель какой-то.
Я прожил. Тут очень прикольный стиль. Игра сделана прикольно. За какие деньги? Я считаю, игра замечательная. При том, что я давненько мечтал о симуляторе. Ну, я 6 убил этих людей, поэтому типа, мой уровень. Я мечтал о симуляторе... Choose your controller. Право. Мечтал о симуляторе именно дуэлей таких западных. Да, ну или вот стик. Так, что-то они тут пока что трепутся, там все такое. Трепятся, значит, трепутся. Да. All right. Buttons так, так мы должны смотреть теперь в разные эти. Doing fast. По-другому. 3, 2, 1. Что, у тебя еще одна жизнь есть. Некоторые дуэли почему-то с одной жизнью, некоторые с двумя. Я не знаю, от чего это зависит. Вот у нас сейчас дуэль на двух. Как это не глядя? А, ну смотри. Мне так кринолину не дает. Это типа платье с такими этими корсетом жестким. Так, давайте по памяти. По памяти, вот, кстати, режим более легкий, и он уравнивает шансы. Да, чем при игре с. Ну да, типа. Так, change. Давайте поменяем характеры, что ли. А сейчас заново дадим полностью. Так. Нет, я хочу просто, чтобы я был с этой стороны, это стоит. Так будет удобно. Плеер плохая. Так. Погоди. Давай заново вообще все сделаем. Ты тогда будешь плеером 1, а я буду плеером 2. Чтобы мы... Ты слева, я справа. Так, нет. Мемори. Все, плеер 1. Листай до тук или там до 3B, без разницы. Только B3B ничего, или просто гость. Можно, кстати, создать полностью свой персонаж. Вот. Ну ладно. Ты можешь попробовать кого-то другого. У них у всех героев прикольная своя анимация. Вот. Так, это я теперь. Я буду священник. Ничего себе. Нравится в начале турнира такая вот выше. Там вил, кстати, фасоль банк консервы. Choose your weapon. Глаза в глаза. Так, теперь на память. Что-то не помню. All right. Pay attention. Это не важно. Потом комбинация будет усложняться. Let's go. Да. Listen up. Не, ну, можно, конечно, читерить так по онлайну, там, фоткать все или снимать. Я тоже что-то прошляпил одну. Окей. Repeat after me. Нет, просто ничья типа. Подглядываешь? Нет, я не нажала. Ей. А зачем ты не то нажала? Я забыла. Вот они католики. Он как этот преподобный Рей из School of Juarez. All right, pay attention. Последнее было.
Никаша! Блин, говнище. Могу спасти меня. А чего она? Писан, а чего она будет? Уж нифига себе два этих. Ничего себе. У него два дириджера в руках. Или что-то такое маленькое. Да, конечно, ага. Сейчас ты отправишься про отца. Я покойник. Did we lose you? Нет! Here's the winner. Так, ну что, можно попробовать другим персонажем или попробовать найти кого-нибудь онлайн, как думаешь? Давай еще попробуем. Давай. Этот же режим? Да. А почему не за скорость? Я не могу. Да, конечно! Ты давай, да. Окей. А банк мне интересно. Да не банки. Не знаю, попадет. Надо посмотреть. Это надо понять. Банки с фасоли будут взрываться. Будут превращаться в свинью. Может, и банка со свиньями просто. Контроллер. Не знаю, ты будешь банкой. All right, pay attention. Кстати, каждый раз комбинации, естественно, разные. А там можно что-нибудь нормить? Нет. Нет, тогда нафиг. Нафиг. Какого? Вот этого? Канониры? Ну, можно. Так, кастом. Что? Нет, другой. Думаю, look at him. Ну, он скучный. Cool. Ты выбрала уже? Да. Такую историю. Кстати, есть даже какой-то Джанго. На нее против кого? А, ну да. Это, кстати, судя по всему, канонир какой-то, как гражданской войны, судя по кителю. Мундиру, да, именно. Тин-тин-тин-тин. Вообще игрушка прикольная, веселая, для компании самое то, причем локальный мультиплеер поддерживает там достаточно много игроков, если у вас есть большое количество геймпадов разных. Я думаю, тут не обязательно должен быть геймпад от Xbox 360, вот, то вы можете, собственно, устроить даже турнирчик на выбывание. Да, я видел, как вы связи. Let's go. Let's go. Listen up. Чу, да конечно. Okay. А такая память плохая. Repeat after me. Кто-то явно сейчас огребет. Зажигай. Вот так тебе и надо. Ты бишь. Great job. А чё у него жизнь? А, всё правильно. Одна картишка снялась. All right. Pay attention. Pay attention. Ты
Че так много-то у тебя? Я так нажимаю. Просто балды? Все. Пушка против копья. Против плохо с кнопками. Давай еще раз на скорость. Пробую один раз всего на скоростной режим. А то сейчас выберу кого-нибудь пузана. Who am I looking at? Я думаю, надо нам потом пробовать все-таки онлайн найти. Онлайн весело. И тем более там будет турнирчик, я турнирчик вообще не пробовал играть. Так. Эти ребятки пока у нас недоступны. Есть такой пузан, типа, есть вот этот мужик, он, кстати, доступен сразу. Есть дедок, есть типа рандомный, можно вообще за рандомный играть персонажа. Вот. Nice one. Showdown. Все, ты уже приготовил? Ух, нифига. Прикольный тут локация. Choose your controller. Че за такие деньги играть? 3, 2, 1, draw. Почти, делаешь успехи. Еще дергается этого пуза. 3, 2, 1 draw. Блин! Y вниз! Всё. Реванш. Серьёзно? Я требую реванш. Руки прочь от моего пузика. Мать, говорю, что ты нажал? Я хочу... Who am I looking at? Да конечно! Okay. Хочу играть за деда. Или, кстати, ну, кстати, вот давайте вот за это, что я забыл, какая у него анимация там. Showdown. Я хочу. Choose your weapon. Какие-то эти плоты. 3, 2, 1 draw. Ну зачем ты путаешь? Ты сколько лет уже у тебя геймпад в руках был? Ты до сих пор не научилась? Да конечно. 3, 2, 1 повод лишний раз взять в руки геймпад. Draw. Are you concentrating? Шляпка оставила. That's a big grin. Нет, такая мне не нужна. Это не мой стиль. Давай поищем. Уйдет сюда, чего как раз мы что-нибудь найдем. Так. Who's up? Так, убирай. Меня не трожь. Nice one. Удачи. Я не знаю, пока что вообще никого нет. Это что-то я и сам-то найти не смог. Может, попробуем создать? Сервис, ну... No servers found. Нет, они должны быть, по идее. Что-то я не вижу. Слушай, а если мы просто создадим... Хочешь, давай создадим турнир с ботами? Ну, давай под ботами. Ну, да. Так, players... Подожди-ка. Custom tournament... Нет, не два, а больше. А, да. А ботов сколько?
Одни боссы. Давай хоть. Давай хотя бы штук 8. 6. Ну ладно, давай 4. Ладно. Какой режим? Фастер? Давай фастер. Или просто. Ну не знаю, тут просто подольше. Ну можно тут попробовать. Так, ты выбрала Ашку. Окей. И я тоже. Пускай все будет рандомно, difficulty у всех медиум, пускай стоит. Ну блин, а ты что, изи хочешь? Там вообще были супердауны. Юза. Давай одного сделаем сложным. Ну это совсем будет бомж. Да. Ладно. Я думаю, таким же макаром, собственно, выглядит, так же выглядит турнир по сети, скорее всего. Нет, потом, наверное, будет там, ну, как бы, как жеребьёвка, наверное, там, проигравший с проигравшими. Прикинь, тебе пойдёт какой-нибудь сложный. 3, 2, 1, draw. Three, two, one, draw. Not too bright, are you? Next time. Ну ладно, ладно, я поддамся. Another toothpick. Все, не надо уже. Мы уже не встретимся. Не, почему? Ну, теперь будут типа эти. Боты дуэлятся, видишь, из них. А чем будем на боты смотреть? Ну, давайте посмотрим, как боты справятся. Или что, или мы за них. А, нет, не мы. Я умерла, я могу. Да он не умерватый. Но и главное его побольше ставить. То, что надо было изи поставить. Да и что это был за смысл тогда бы? И меня тоже на изи. 3, 2, 1, draw. Кстати, у всех одинаковые комбинации, я не обращал внимания. Прикольно. Да, все звёздный такой. Три, ту, ван, дра. Все Джанго выиграет. Да. И шляпа тоже слетает с башки. Так, теперь чего? Choose your controller. Да нет, ну должно же быть, что проигравший или нет, или действительно типа на вылет. Если я умерла, как я могу с кем-то драться еще? Понимаешь, как в жизни? Что парень-то все. Ну, может, там можно дело подлатать. 3, 1, draw. Кто из них сильнее? Видимо, священник. Хотя они оба как кто-то. Такая зонтика покрутила. У нее Диллинджер, походу, да, так что совсем малыш. 3, 2, 1, draw. Ну, обычно такие дамы в вестернах носят Диллинджеры, причем закладывают их за эту... за такую резинку на лев. Подвеску. Подвязка, да. Резинка на ляжке. 3, 2, 1, draw. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Изыди, сатана. Теперь чего? А я с кем? Ты что, на троих, что ли? Или сейчас перемешают? Semi-final. Полуфинал, типа. Полуфинал. Семь это полу. Это явно. Тут явно средний, тут явно. Разминаем пальчики. Choose your controller.
такие, такие бутылки у него. Ничего себе, ты офигевший. Бутылки такие у него лежат. Draw. Получай, главное. У него такой обрезик. Да чё? Смотрите, там болтается один этот повешенный сидел. 3, 2, 1, draw. За Джанго попадает? Он хотел выстрелить, но ему как-то, по-моему, яйца себя стрелил, да? Яйца? Не знаю, куда. Похоже, было, что туда. Ну, типа грешник, кстати. Ну что, не понимаешь. Супер офигенные ребята. Да. Choose your weapon. Он говорит choose your weapon, почему не choose your player, я не знаю. Ух, нихрена себе, эпик. Офигенно. Смотри, какой это прикольный фон. When I say when. И что? Ёб твою мать! Блять, без предупреждения! Сука! Без предупреждения! Я не знал, что так бывает. Дед, живи! Блин, он не выжил. Я думал, что за хрень? Почему нет никакой там ни... Да блин, что ты меня не предупредила? Ты хотела, чтобы я сдох? Был такой замечательный титан. Боты выиграли. Док Онф, или как его там? Док... Док Онф? Бомж. Хобовый шотган. Бомж дробовиком. Бот Вера. Бот... Хитрый хорёк. Тука. Туку. Ты тука. Я на последнем месте. Что это за заставка такая? Сейчас опять нужно будет срочно? А, это, видимо... Или что это такое? Где ты видишь, что тут кого-то хоронили? Это типа финал. Ну что, в общем, как тебе игра? Мне понравилась, достаточно прикольная. Весело умирать. Нет, кстати, мне действительно, смотри, похоронили. Ага, видишь, вот где. Со всеми почестями. Well, that about does it. Sad to see some go, and thankful for others. Though I get the feeling we'll see this all play out again. Different time, different folk maybe. Each as anxious as the other to push back against the Western press. Вот они. Look at me. Rambling again. Да, он там этот. Sure hope you folks enjoyed yourself. And I trust this isn't the last time you'll try your luck at the duel. Because like a wise man once said, the duel, she always abides. Что ж, на этом все. Оставляйте комментарии. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Western и зовите друзей. С вами был Хитрый Хорек. И Макс Гюнтер. Всем пока. Пока-пока.